Ура! Приветствую всех, с вами Ирина Маркелова. К чему мой возглас «Ура!»? Да потому что сумма, полученная мной в марафоне в проекте Whole World, достигла 10 тысяч долларов. Ура! С вами Ирина Маркелова, участница проекта «Всем миром» Whole World с 2013 года. С 2013 года я пришла в этот проект и начала приглашать людей. В этом году, в смысле в 2013, еще не было благотворительного марафона. Запустили его в ноябре 2018 года. Я снимала уже такой ролик, когда мне просто сыпались деньги полночи. И на рубли, если перевести, у меня получилось за 5 минут 120 тысяч рублей. Хорошая прибавка к зарплате, не правда ли? Хотя я зарплату не получаю, я нигде не работаю. Не работаю уже лет 5. Приглашаю вас в свой кабинет. Сумма, полученная в благотворительном марафоне... У меня активно 4 места. Получено 10 тысяч 36 долларов. А в благотворительной эстафете у меня вообще просто космическая сумма. Давайте зайдем в управление местами. Кстати, 4-е место я приобрела совсем недавно. Уж очень выгодная была позиция, поэтому я не удержалась и купила еще одно место. Вот, 1-е место, получено у меня 6 347 долларов. 2-е место у меня, они стоят у меня треугольником, 1523 доллара, 3-е место, 1151, и на 4-м месте 110 долларов. Зайдем в места, посмотрим. Вот они у меня стоят треугольничком. И вот это 4-е место, смотрите, под ним уже растет структура. Вот эти люди все мне приносят огромные деньги. Прямо на PR кошелек. Вот письма мне приходят каждый день от проекта и от самого PR кошелька, что получена финансовая помощь. Вы спросите, а как же выводить эти деньги? А выводить эти деньги из кабинета и не нужно. Заходите в раздел «Профиль», указываете в настройках получения переводов на кошелек PR. Не зачисление на баланс аккаунта, а сразу в кошелек PR приходят вам переводы. А оттуда уже вы обмениваете их и выводите на любую карту мира. Что я сейчас буду и делать. Вот мой PR кошелек. Смотрите. Прям свеженькие переводики. Сегодня у нас 27 августа. 3 доллара приходит в марафоне. Доллар, доллар, доллар. 5 долларов. 5 долларов, 2 доллара, 1 доллар, 15 долларов. Самая большая сумма, которая приходит в проекте Whole World. Это у нас ежегодная финансовая помощь. И так далее. 5 долларов, 3 доллара, 2 доллара. Каждый день я получаю такие переводы. Таких переводов очень много. Это не фантики. Это настоящие реальные деньги в долларах. Причем доллар растет и зарплата наша, соответственно, тоже растет. Сейчас я буду выводить их на карту. У меня на балансе 74 доллара, 70 долларов я буду выводить. Заходим в мониторинг обменников Best Change. С левой стороны мы выбираем PR кошелек, с правой стороны я выбираю карту. Выводить я буду на сберовскую карту. Вот. 70 долларов отдаю, получаем 4854 рубля на такую карту. И контактные данные пишем. Email и телефон. Совершить обмен нажимаем. Нажимаем подтвердить, авторизовываемся в PR кошельке, проверяем свои данные, чтобы не было ошибок, переходим к оплате. Выбираем USD, нажимаем подтвердить, оплачено. И теперь ждем несколько минут, и денежка будет у меня уже на карте. Это мой кабинет Сбербанка. Вот мне уже пришло уведомление, что мне поступил перевод. Зачисление 4854 рубля. Также в историю зайдем, посмотрим. Входящий перевод вы видите 4854 рубля. Сегодня у нас 27 августа. Все работает, все выводится буквально за считанные секунды. Как я выводила деньги? Куда я их тратила? На моем канале уже более 3000 видео об этом проекте. Я ни на один день не бросала активных приглашений, хотя я давным-давно уже на пассивном доходе, у меня есть несколько человек, которые также работают в проекте со мной много лет уже и приносят мне пассивный доход.
Мне просто нравится приглашать. Быть миллионером, просто приглашая, да, по-моему, это мечта каждого человека. Ведь рабочие места все больше и больше сокращаются, и нас заменяют роботы. Поэтому все переходят в интернет. Вот поэтому, пока вас не пригласил ваш сосед, я вас приглашаю. Я 8 лет в проекте, а проект работает с 2011 года. Приглашаю вас в проект всем миром. Начинайте уже сейчас. Проходите по моей ссылочке регистрацию, активируйте свой кабинет за $5, окажите финансовую помощь в марафоне и в эстафете. Это $35, одно место в марафоне, $100 у нас эстафета один раз в год. Если нет такой суммы, то можно начать бизнес с одного места в марафоне, $35. Но я всегда советую оба варианта, чтобы не было упущенной прибыли. Итак, давайте уже зарабатывать. Вперед! Ссылка внизу.